Девочки мои, всем привет! Всех рада видеть сегодняшним воскресным днем. Я встречаю вас сегодня на кухне. Половину дня решила себе сделать выходной и заняться готовкой. Что готовить буду, сейчас вам покажу. У меня уже частично там приготовлено, подробнее вам расскажу. Саша с папой уехали по делам. В общем, там надо и машину заправить, и Игорю надо на работу, и у Саши какие-то дела. В общем, мои уехали. Покажу сейчас вам свой огородик. У нас тут поспел еще один помидор. Эти два висят, но я думаю, они тоже поспеют. На улице холодно, но открыто окно. Сейчас объясню, почему окно открыто. И посмотрите, туман. У меня снова на окна стал налипать жир. Все лето не было, и снова начал налипать жир. Вот прям вот здесь вот видно, девочки. Это все с той стороны. Мы утром проснулись сегодня рано от того, что... выходной день, напомню. От того, что ужасный запах чего-то такого жареного, горелого начался он где-то с 7 утра. Ну, знаете, вот честно, такой тошнотворный. Я не знаю, что там готовили, я не знаю, что... Что было в задумках, получилось или нет, но скажу вам честно, вот даже не получилось позавтракать, я не могу завтракать из-за того, что я чувствую, что меня мутит, мне плохо, мне неприятно от этого запаха. И сейчас вот промежуток между этой готовкой, сейчас ничего не пахнет. Я быстро открыла все окна, вообще все-все-все, чтобы сквозняком протянуть. И, судя по всему, раз снова стал налипать жир, а летом он не налипал, как в том году налипал, я вам тоже показывала, буквально мне приходилось каждый день мыть окна изнутри и снаружи. Зимой, извините меня, когда морозы, помыть окна снаружи, ну, вообще невозможно. Очень неприятно, опять, видимо, на каком-то вторичном масле готовят, и, ну, я вам говорила, что под нами кухня общежития, все готовят, ну, представьте, тут 300 с лишним комнат, квартир, все готовят, и из-за этого летит все вверх и как раз на наше окно, потому что мы над кухней. И нанюхавшись этого запаха, я не то что есть, я даже готовить не могу, поэтому я вам покажу, что я решила приготовить. Собственно говоря, у нас здесь остался еще немножко супа горохового, здесь то, что я готовила, рагу, вермишель по-флотски, яблоки, тут паштет. Тут сметанка. Наверху осталось, ну, масло, сыр, сырочек и тоже сметанка. В общем-то, в принципе, все. Больше ничего нету. Вот такой у нас холодильник на данный момент. Идем по готовке. Ну и плавно переходим к тому, что я сегодня задумала. Буду делать, догадались, наверное, все. Буду делать винегрет. Овощи всегда для винегрета. И оливье делаю в пароварке, никогда не варю, больше никогда. Ну вот честно скажу вам, лет, наверное, 10-15 точно не варю. Лишь за редким исключением бывает в фольге запекаю свеклу в духовке, но не варю. Не столько даже, чтобы сохранить витамины, сколько потому, что крепкие овощи, они такие, знаете, упругие, как будто бы ничего с ними не происходило, то есть они держат хорошо форму. Когда ты варишь, даже если медленно-медленно, на томлении, грубо говоря, чтобы медленно это все булькало, все равно овощи напитываются водой и становятся такие, знаете, мягкие, не очень. Все для салатов такого типа я делаю либо в духовке, либо строго в пароварке. Не варю вообще ничего. Ну и, как оказывается, да, так сохраняется больше полезностей и больше витаминов. Собственно говоря, сегодня перехожу к готовке, полдня готовки, а затем у меня будет полдня работы. Здравствуйте, девочки, здравствуйте, цыпочки, привет волкам. В общем, увез Сашку в школу, иду домой и смотрю в почтовом ящике, у нас очень много этих бумажек, конвертов там и все такое. Ну, общежитие, много народу живет. В общем, решил перебрать, потому что ждал посылку для Викули. И, собственно, ну, надо же посматривать, а она без уведомлений. В общем, давай перебирать. Все перебрал, нашел бумажку одну. Такую, о, надо проверить, что такое. В телефоне ввел, посмотрел, типа, без отслеживания. Но номер есть. Ну, ладно. Сейчас нужно ехать на работу. И, думаю, заскочу на почту. Заодно заберу эту посылку. И забрал ее. И оказалось, что это то, что Викуля очень долго ждала. Она наконец-то дождалась этого. Сейчас вам продемонстрирую. Вот она.
небольшая посылочка. Тут две коробочки маленькие такие. В общем, она это очень долго ждала и наконец-то дождалась. Я ей это сегодня передам. Думаю, будет счастлива. А сейчас я поеду на работу. Нужно настроить человеку компьютер. Потом поеду в другое место. У меня все приготовилось. Все инструменты, все всякие коробочки, штучки, дрючки, камеры, кабели, инструменты. Вообще все. И установлю видеонаблюдение. Нужно добавить еще одну камеру в систему. Там есть кое-какие нюансы, которые я не очень люблю. Знаете, вот это вот, надо полазить там по кустам, там просверлить отверстия, еще там такая вот толщина, и вот это вот все, и я не знаю как, но буду делать. В общем, в любом случае нужно сегодня закончить это дело, потому что до... сегодня последний день солнечный, в принципе теплый, 13 градусов. Дальше по прогнозу посмотрел, падает температура днем до плюс 1, снег, дождь, и мне будет совсем не с руки лазить по улице. Поэтому я сегодня хочу это сделать. Я вчера все приготовил, все везде посмотрел, все узнал, все уточнил, и вчера все собрал, и мне сегодня нужно это установить. Так что сейчас поеду человеку компьютер настрою, а потом поеду устанавливать камеру. И я думаю, на сегодня вся работа будет закончена. Надеюсь. Хорошего дня. Многие зрители моего канала уже в курсе и знают, что таких пароварки у меня две. Одна пароварка практически родственница Саши, Тефаль. Точно такая же, аналогичная. А вторую, вот эту поновее, вы ее можете отличать вот с этой площадочкой. Она куплена буквально в этом году, с рук мы ее взяли за 500 рублей. Точно такая же история у меня с двумя одинаковыми вот этими комбайнами. Эта техника еще сделанная в начале 2000-х годов, она безотказная, она очень-очень качественная, мне нравится. И, соответственно, пока была такая возможность, практически новую вот такую пароварку мы взяли с рук. И очень-очень довольны. Единственное, чем отличает вот эту вторую, здесь такая железная из нержавейки площадочка. Наверное, чтобы готовить манты, чтобы не прилипало. И во второй здесь всего лишь два яруса. Моя же пароварка, у нее вот такие сеточки тоже вынимаются, тоже складываются. Поэтому, значит, что делаем? Первый ярус ставлю, второй ставлю, все устойчиво. Моя трехярусная, это двухярусная. Заливаю вот в это отверстие водичку. Ее удобно всегда заливать из чайника. Потом, когда выкипает до середины отметки, я подливаю просто горячую, закипевшую новую воду. Обновляю все максимально. Первым делом я выкладываю на нижний ярус свеклу. Потому что ей дольше готовится, и все мы прекрасно понимаем, что свекла красит. Если она будет на самом верхнем ярусе, то, естественно, все овощи, которые будут ниже, она просто-напросто их будет открашивать. Нам это не нужно. Так что на нижний ярус выложили, следом устанавливаем вторую чашу. Выкладываю морковь. И картофель. Вот так. Все это дело накрываю и запускаю. Сейчас запущу на час ровно. Сразу включился режим витамин плюс. Но хочу сказать, больше витамина, чем здесь есть, уже не добавится. Это якобы функция сохранения. Мы запустили мультиварку. Уже начинает, быстро она схватывает, начинает греться. И скоро у нас будет оливьешечка. Единственное, что я выдвигаю сюда. Здесь вот есть отверстие под пар. Поворачиваю сюда, чтобы мне на кухню здесь не парило. А еще лучше сделать иначе. Убираю вас, девочки, и перемещаю пароварку на плиту. Люблю, когда плита закрыта, убираем цветочки на место, пусть готовятся овощи. Довольно быстро пароварка схватилась, я думаю, вам уже видно, как идет пар. Вода закипела, хотя я наливала холодную.
Не устаю ей радоваться. Такие приобретения в доме, конечно, необходимы. Это наши помощники. Пароварка. Мультиварка. Честно сказать, это необходимость необходимая. И, к слову, продолжим про мультиварку и про помощников. Совсем скоро на нашем канале пройдет конкурс, на котором будет разыграна одна из всех-всех-всех призов. Это именно помощница, ваша мультиварка. Будьте активны, смотрите наши видео, пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь ссылками на наш канал, на наши видео со своими друзьями. Девчонки пробуют по моим рецептам готовить, и последнее время, последнюю неделю девочки готовят омлет. Омлет, как в детском саду, в духовке. Все пишут комментарии о том, что вот такой классный рецепт, мне он тоже нравится, честно скажу, 3 года больше я не готовлю омлет в сковороде, я готовлю только в духовке. И один из шедевральных еще рецептов — это котлеты с творогом. Да, это именно котлеты с творогом. Те, кто попробовал, говорят, изумительно. Те, кто пробовал готовить ребрышки барбекю в духовке, по нашему рецепту тоже все довольны. Девчонки, делитесь этими ссылками со своими друзьями, с вашими знакомыми хозяюшками. Пусть расходятся по миру наши рецепты и радуют ваших друзей и близких. Не забывайте участвовать в конкурсах, не пропускайте условия и правила. Мусава Хаевич об этом всегда тоже напоминает. Ну что, пока все у меня готовится, время у меня есть свободное, буквально около часа, я иду монтировать для вас новый влог, новое видео. Я знаю, что вы ждете, и я с нетерпением жду встречи с вами во влогах. И пока мы с вами здесь на кухне, девочки, хочу дать отзыв по этим губкам. В общем-то, они мне не понравились. Если их сравнивать с маркой Fracking Bock, вот эти вот губки значительно проигрывают. Вот эта губка от этой фирмы, Fresh получается, да? Она по высоте тоньше, чем Fracking Bock, и вот эта такая более абразивная верхушечка, скажем так, прослойка, она здесь более пористая и сильно деформирует саму губку. Видите, она уже стала такая, как лодочка. В общем, она более такая слабенькая, что ли. Как ни крути, но по мне так Fracking Bock все-таки лучше. Но если нет в продаже Fracking Bock, то можно этим, конечно, пользоваться, знаете, как на худой, на крайний случай. Поэтому мне нравится их размер. Это не вот эти маленькие губочки, которые продаются вообще, знаете, такие расходники, да, дешевые-дешевые на один раз. Это, конечно, побольше. Вот размер очень удачный, и у Fracking Bock такой размер, и у этих губок. Но вот Fracking Bock все-таки, да, мне больше нравится. Прибыли мы домой. В общем, вот такая покупка, сейчас про нее расскажу. Было очень смешно. И вот это конкретно посылочка. Посылочка долгожданная, сейчас распакуем. Я думаю, девчонки уже догадались. Кто в курсе и кто смотрит влоги и следит за каналом, те знают, что здесь. Про бумагу. И смех, и грех. Закончилась туалетная бумага в доме. Полностью. В общем-то, и закончились деньги в доме тоже полностью. Заплатили за кредит. 1, 2, 3, 4, 5. И то, что осталось, соскребали по сусекам. В общем, в машине подлокотником, там сколько-то монет взяли, по карманам, по всем делам. 60 рублей монетами наскребли, купили, теперь мы при бумаге. Лента, это оказалась самая-самая дешевая бумага в ленте. А вот такой, знаете, серой бумаги, ну такая вот есть туалетная серая бумага, забыла я, как называется этот завод. В общем, той не было, мы ту хотели купить. Худо-бедно, но бумагу приобрели. Ну и поехали, посмотрим, что здесь. Ждала очень долго. Не соврать, то ли с... По-моему, с июня месяца. Да, с июня месяца она шла. Я думаю, все догадались, что это посылочка из AliExpress. Я уже начала отчаиваться. Честно говоря, я уже подумала, что не будет этой посылки, не придет этот продукт, потому что отслеживание как-то так... Отправка была... Без отслеживания, без трек-кода. И расстройства у меня, честно говоря, уже были такие нормально серьезные. Потому что этот крем мне очень-очень понравился, девчонки. А для меня этот крем
лучше, чем от Max Factor. Какие еще у меня там были? Maybelline, еще что-то. А пока что Ева и вот этот тональный крем из Алиэкспресса мне по душе. Сейчас будем открывать. Вторую коробочку нет смысла распаковывать, я думаю. Мы сейчас здесь все посмотрим. Меня уже спрашивали, Вика, дай ссылочку на этот продукт, мы тоже закажем. Но, честно говоря, боялась давать ссылку только лишь потому, что мне долго оно шло, все это дело, и я боялась, что поделюсь ссылкой, а вдруг мне не придет, да, а я посоветовала, а там лажа какая-то. Первый раз я купила на пробу одну такую баночку. Мне очень-очень понравился, и повторила покупку. И в этот раз я заказала сразу две. Сейчас эту помпу надо разработать немножко. В общем, долго-долго я играла с этой помпой. Игорь взял эту штучку, открыл, там что-то щелкнуло, и она заработала. Это вам, скажем так, на будущее, если что, вдруг. Ну, камера немножко показывает, что у меня кожа красная, на самом деле нет. Вот не в камеру смотрю, и все идеально совпало. Отличный тональный крем. Нет на лице ни сухости, ни липкости, не стягивает, не жирнит. Я не знаю, мне он очень-очень нравится. Заказала две. Теперь у меня богатство. И чувствую, что нужно будет еще две заказывать. Как денежку появится, закажу еще, чтобы было в запасах. С учетом, как это долго идет, июнь, июль, август, сентябрь и сейчас октябрь. Но все-таки он дошел, он у меня снова появился, я этому очень-очень рада. Теперь у меня не будет заморочек где-то искать что-то еще, поскольку вот правда для моей кожи это просто идеальное средство. Ссылочку я оставлю здесь внизу в описании, кому интересно, заходите, но предупреждаю сразу, будет идти долго. Может быть, вы... Есть вариант, появился у них платная доставка, 176 рублей, и он придет за месяц. Вот, Игорь сейчас слышали, подсказывал, есть вариант, появился платная доставка, 176 рублей, и он придет за месяц. Но сам крем этот стоит 260, по-моему. Сейчас скажу, 338. Сейчас. Уже 338? Да. Он стоил 260, сейчас 338. Цена изменилась, но я готова покупать за 338. Это, правда, классная вещь. И здесь, посмотрите... По весу здесь получается 40 грамм, довольно-таки немаленький продукт, ну, не такая немаленькая у него емкость, как у Евы, например. Можете поискать у другого продавца, но точно такой же. Ко мне пришел Тони номер 4, тоже брала на свой страх и риск первый раз, и, как смею заметить, попала в тон, мне понравилось, и нет ощущения маски на лице. В общем, классная вещь, советую, рекомендую. Ссылочка будет внизу в описании, заходите, покупайте. Если хотите побыстрее, оплачивайте быструю доставку, либо ищите у другого продавца.